туман. Ничего не видно. Так как и шайбу не видно. Сегодня выиграли первое образование. Передачи Дмитрия Прошедшего Дмитрия Прошедшего Александра Левкова. Номер 12. Передача «Отзывающий номер 21» Шельдер-Рацел Денис Горгулов, номер 11. Молодцы, ребята! Передачи Егора Пантенко, номер 53. Это был Станислав Лопачев, номер 21. Yeah!
Передача РБД «Доставка» номер 24, Шайбинопольцев Дмитрий Окружающий, номер 95. Степанов. Ну, парочку тебе еще закатят. Еще Ваня Дунаев не выступил. Вам поддавки даем, а не симулируем. Yeah!
Седьмая Вани Дунаева будет. Бей, время! Начинается вчерашнее. 3-5. Ну хоть ударь, да интересно, 3-5. Ай, забил бы молодец. Хоть четверо. Молодец. Ай, пропустил. Молодец, молодец, Денис. Меняйтесь быстрее, чтобы...
штанга. Хоть не Ваня Дунаев, но 7-0 все равно. Следующий этап зимы лечит 25-й Шепетопутин и Искорбуров. Номер 11. Так, по своим не бить. Во, а так вот можно. Неужели Ваня? Следующий Иван Бараев, 10-й, Максимов Куртица, 15-й, 6-й, Александр Левко, номер 12. Молодец, Левко! Опа! Перебора не бывает. Моменты были, реализации в прошлом году слабо было. Ну вот хотя бы половину, чтобы реализовалось, того, что создала. На скорость просто. Ты смотри. Уже хотя бы так. Чуть-чуть не туда, Ваня. Да. А что? Не знаю, что он придумал. По-моему, в маску не попал. Напугал вратаря, может? Ну, не заводись, не заводись, не заводись. Уже мог отдать давно. Ребята, надо неровный счет, не круглый счет. Что, по три? Три периода, по три. Да. Так, интересно, будет ли граф? Ну что,
десятую давай. Для круглого счета. А кто команду будет давать? Отмашку кто? Ну блоки у вас 9-0 сделали. Подожди. Шинник Юнас 9-0. 9-0. Шинник Юнас 9-0. Шинник Юнас 9-0. У вас хорошо получается.